У нас в городе такая есть активная часть граждан, которую возглавляют в том числе народные депутаты. Я не хочу бывших коллег ни с одной, ни с другой стороны называть по именам. Вы все видели по поводу сноса памятника Петровскому. Пока коммунальные службы и городской совет принимали соответствующие решения, согласовывали это внутри, наши активные граждане сделали это собственными руками. Мне не хотелось бы комментировать деятельность активных граждан, тем более, что с другой стороны активные граждане, кроме осуждения этих шагов в Фейсбуке и распространения слухов и сплетен, не сделали ни одного шага для того, чтобы этому противодействовать. И, наверное, это правильно, нам противостояние в городе не надо. Поэтому, естественно, в рамках действующего законодательства мы будем делать все соответствующие процедуры. Ну, а активные граждане, на это они и активные граждане. Я думаю, что, знаете, декоммунизация – это такой сложный и противоречивый процесс, что иногда он идет просто-напросто своим чередом, а не так, как это, например, там успевает. Условно, за декоммунизацией иногда городские службы просто не успевают. То есть вы считаете, что активисты снесут стелу в город раньше? Я не знаю, поживем, увидим. Вы этого ждете? Нет, я этого не жду. Я просто работаю, и все.